Так, сегодня хочу рассказать, чем я пропаиваю кроликов, цыплят, ну птицу все, от коксидиоза. Это средство Дитрим. Живу как бы большим животным, там коровам, свиньям, крупнорогатому скоту, уводится он внутримышечно, колется. Птиц, кроликом пропаивается. Для профилактики я пропаиваю 1 мл на литр воды. Когда уж болеет, видно кролик, 2 мл на литр воды разводим. Очень хорошо помогает. Вот по сравнению я пробовал байкоксом, пролем. И очень большой плюс, что продается от 10. 10, по-моему, 20, 30, 50 миллилитров. Вот 50 миллилитров. То есть не надо большой покупать. Сразу объем, как вот байкокс, там у нас продаются литровые, только ампролем большие пакеты. Купил, все время свежий. Пропоил, купил, следующий стоит 50 миллилитров, 100 рублей всего. Вот кроликом. Сейчас у меня там заболели. Два. Пропоил нормально, очухались, все. Пою 2 мл на литр воды. 5 дней, если болеют. Потом перерыв делаю, все нормально, больше не пою. Если это, еще пропою 5 дней. А так цыплятам для профилактики 3 дня. И кроликам 3 дня там. 45 дней кроликам пою. Кроликов пою 45 дней. 3 дня для профилактики коксидиоза. Сейчас вот этих вот пропоил, которых купил 3 дня. Так, здесь написано, ну, здесь не написано на нем, вот что вот коксидиоза, но на бумажке было там все расписано. Там написано, что крупнорогатый, там коровы, свиньи, собаки от коксидиоза колется, а кроликом и птица выпаивается. А вот здесь все, продолжительность курса лечения 3-7 суток. И если поете, написано 28 суток, нежелательно мясо там, птицы, кроликов есть после пропойки. Вот так вот. Ну, лучше действует. У меня вот байкоксом поил, тогда у меня цыплята все, но все равно пламя передохло. А это вот взял, мне посоветовали. Тоже все уже крылья опустили. Стало все нормально, как бы. И как-то так.